Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если ждал видео с глюком. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрыч и Глюк, и сегодня у нас Лего Брикрикс. Всем бурдюк, с вами Глюк. У тебя такая морда. Ты такой довольный. Я немножко счастлив. Немножко? Совсем чуть-чуть. Почему чуть-чуть? А что тебе нужно для того, чтобы быть полностью счастливым? Ну, чтобы ты убрал базуку, наверное. Так лучше. Спасибо. Да, так я совсем счастлив. Юра сделал меня самым счастливым человеком на свете. Главное, бесплатно. Короче, ребята, у нас сегодня битва соседей. Мать его, на вот таких вот глазированных багги. Господи, минус сосед. Глазированные багги. Окей. Да ты охренел! Пока, сосед! 1-0. Да подожди! Да что я заспауниться даже не могу! Подожди! Нормально! Охуянный. Короче, чисто махач на баге, ребята, сегодня будет. Я опять взорвался тоже. Ты готов? Нет, я не готов. Готовься! Ну, ракеты летят уже, братан! Да ты подожди! И по трупу моему проехал, а? Ой. И колеса вон там катятся. Смотри, как я приехал. Колеса, они катятся, что за прикол? Господи. Ты удачно припарковался. Поезд уже едет. Сейчас, подожди, сейчас тебя собьют еще, давай. Чего ты всегда, я тоже могу так. Дынь. Слушай, у меня прям футуристичный кораблик такой получился. Правда, он не ездит. Я тебе добавлю еще, вот на. Нифига подобного. Короче, так, все, давай разъезжаемся, а то уж нам нужно выслеживать друг друга, искать и потом под жопу стрелять ракеты. Да я чую, как ты пахнешь, братан. От меня не спрячешься. Блин, надо было помыться сначала. Ну да, хорошая идея. Так, окей, я, короче, заехал в город. Давай немножко проредим здание, почему бы и нет. Ой-ой, я слышу, как ты редишь здание. Самое главное, перезаряжаться не забывать, а то этот... Это тебя выдает твое проведение здания. А ты смотри, он где-то там зашкерился. Я чую, он где-то зашкерился, 100 пудов. Глюк-охотник на бобров. Я чувствую твой страх. Страх? Да. Сорян, это бензином пахнет. Блин, я плохо в запах. Так... Тебе не бобров нюхать. Да где ты ходишь там, а? Так я не хожу, я езжу. Господи, у меня такое ощущение, что ты где-то в булочке сидишь. О! Ты готов умереть? Ой. Я готов, чтобы ты умерел. Умерел? Умер. Умер. Да что такое? Стреляй, блин! Ебой! Да почему? Я стреляю, ракеты летят в какую-то жопу. А, кстати, тут если что нужно не нажимать, нужно задерживать мышку левую. А-а-а, серьезно? Да. Ну-ка, подожди-ка. Господи. Ой, кажется, я что-то сломал. Показал дураку, как работает. Сразу минус здание просто. Охренеть, слушай, если зажать, они вообще все... Они прям залпом херачат. Я говорю, это имбовая багги, она вообще шикарная. О, глюк прилетел. Я не знаю, откуда ты, но здравствуй. Да блин! Пидор, стой! Мне нужно... Я просто заспаунился здесь. Мне нужно перезарядиться. Блин, ну на самом деле прикольно. Иди сюда, я тебя перезаряжу сейчас. Да почему оно не стреляет? Да единственная сила! Я нажимаю. Господи, нажимаю. Смотри, у тебя ракеты в здание как дротики воткнулись. Да, твой! Эффектно. Ты одновременно снес 2 или 3 здания? Да, это было красиво. Нет, ты понял, ты стоишь такое в здание, стреляешь, у тебя ракеты как дротики в здание воткнулись, и этот... Эй, понял. Кто им считает, только во сколько раз убил? Ну ты меня больше раз убил. Явно. Да что такое-то, ну... Б. Я, короче, заберу твое звание укротитель бобров, понял? Укротитель бобров нельзя. Это мое, я его зарабатывал. А я-то брал. Я укрощал множество диких бобров. Так, иди в жопу. Подкрадывается. Такому тебя жизнь не готовила, да, молодой человек?
А, ты чё мне башню снёс? К такому тебя жизнь не готовила, я уверен. Так, всё, мне нужна передислокация. Так, а мне нужно перезарядиться. Как я красиво сделал. Разрушил здание просто и тебе посадил, так посадил тебя. Ой-ой-ой-ой-ой, братан, не стреляй только. Не стреляй. Воу! Это чё, это... Ай. Красиво было, да. Я перевернулся. Чё, убил? Я перевернулся. То есть больше шансов, что ты умрешь сам, чем я тебя убью, да, видимо? Типа того. А ты выжил, что ли? Да. Ну, ненадолго. Да, теперь нет. Блин, ну это было эпично. Слушай, остановись. Вот стой, где стоишь. Стоишь? Стою, где стою. Смотри. Куда? Ну, я пытался. Ну да, ВДВшник. Прям с небоскреба хочу. Ой, здание-то куда? Кто здание убрал? Ну-ка давай еще раз небоскреб, давай. Он так хорошо летит. Воу, а кстати, приземлился. Че ты тут? Че? Эй. А че ты тут, а? Я тоже так умею. Нет, так не честно. Господи. Ой, блин, что-то не то. Я уж думал, сейчас краш игра будет. Все зависло на секунду. Так, я в другую сторону уехал. Да, давай, чтобы по чесноку было. Тут еще шредер есть, могу тебя в шредер окунуть пару раз. Не надо мне в шредер окунать, я хороший. Ну ладно, будешь еще лучше. Я не черепашка, не... Так, о, я тебя видел. Я тебя тоже видел. Ой, я перезарядился, у меня ракеты сами полетели. А что это за баг? А здравствуйте. Обстрел! А, у меня не сдержание ракет. Не сдержание. Чувак, это лечиться надо, отвечаю. Что происходит? Почему я вас... Господи, а как ты взорвался-то? Я не знаю вообще. Это что, ракета в тебя прилетела, что ли? Возможно, я сам в себя выстрелил. Я умный. Что это? А, кстати, если ты не знал, то если Alt нажимать, то можно управлять этой постройкой. Типа направлять? Да. Аллах Акбар! Слушай, ну это не работает, у меня не держание ракет. Господи, как в тебя ракета прилетела? Не, серьезно. Да как? Дай мне свой багги, пожалуйста. Это мой багги, у тебя есть свой. Ах ты, Педро. Выйди из багги. Ах ты, Педро. Выйди из багги, говори по-хорошему. Хорошо. Что ты? Ой, а подожди, что это за красная кнопочка? Пока. Так я уже не там, чувак. В смысле, оно само по себе каталось, что ли? Ну, наверное. А я думаю, я тебя запустил, ты уехал сам, а нет. А чё он не едет, а? У тебя он вообще не едет? А, так он на этом, он на тормозе стоит. Может, тормоз просто в нём сидит? Чё ты делаешь? Я пытаюсь ехать. Последние две ракеты, братан, лови. Куда ты от меня решил спрятаться? А он не взрывает. Так тебе и надо. Ой. Блин. Я заспаунился неудачно. Господи. Мне интересно, а почему тебя взрывной волной это не убивает? Давай опять разъедемся, а то мы опять это хрень начинаем страдать. Давай. Я придумал, полетели в аэропорт на разные стороны и дуэль устроим по прямой. Все, я торможу. Ты готов умереть в этот замечательный солнечный день? Хотя да. Солнечно это скучно. Давай вот так сделаем, в тумане, чтобы не было видно друг друга. Все, давай, поехали. Дождь, вот так! Это что? Ни хера не видно, но мне пофиг. Это почему я сейчас вращался? Я не знаю, где ты еще? Я просто так по фану взял, провернулся несколько раз вокруг себя. Ну, конечно, да. Ну, конечно, от этого, да. Естественно. Давай еще один. Давай. А то вообще ничего не видно, кстати, прикольно. То есть, если ракета пролетит, то пролетит хорошечно так. Я готов. Готов? Я спаунюсь и вращаюсь. Че за прикол? Выйди с баги. Не было такого. Так это прикольно. Выйди. Это, короче... Стой. Во, вроде да. Все, иди в мой, садись. Да, я тебя тоже не вижу. Но я готов. Я все, я начинаю стрелять чуть-чуть. Ох, ты, я только начал, а ты уже стреляешь. Бум! Колеса и я остались. Это, кстати, это я остался, я, кстати, живой.
Я такой, как ехал, так же, короче, колеса, и я на том же месте остались, просто пролетели сквозь тебя, колеса остались, и я вращаюсь. А, ну у меня ты отлетел почему-то, а я вот в кабинке остался по центру. А нет, я не в кабинке, а... А нет, я давай как... еще хочу. Еще давай. Хочу? Ну давай, ну давай. Ребята, ваша задача посчитать, кто кого... Слышь, иди отсюда. В смысле? Ты что здесь делаешь? А, я ошибся, ладно. Я зашел не в тот район. Ошибся стороной. Ой! В смысле? Я теперь на другую... У меня опять недержание ракет, братан. У меня тоже. Выздоравливай, дружище. Все, у меня нормально. А у меня нет. Ну выйди из него и войди. Выйди и войди. Мне кажется, в этой игре это так не работает. Вы пробовали перезагружать ваш багет? Нет. Поехали уже, я уже стараюсь ехать, но у меня оно быстро кончается все. Давай, окей. Он говорит, окей, я все это время еду, пытаюсь. Я поехал, да. Почему? Что с тобой? Бешеная табуретка! Ты умер. Что с твоим байки, а? У него не держание ракет, я не знаю. У него вообще не держание всего. Вообще он весь в конвульсиях бьется, ты не знаешь, что ты там внутри него делаешь. Вот я его взорву. О-о-о, это было хорошо. Ну, наконец-то он успокоился, ты сжалился над ним. Отлично. Всегда мечтал об этом. Думал, ты один такой можешь так, да? Да. У меня опять недержание баги. Господи, что происходит вообще? Давай, поехали. Ты там, нет? Готов? Да. Круто. Почему бы и нет? Где ты? Я здесь, блин, я с этим недержанием ракет вообще ничего делать не могу. Ты вообще стреляешь? Да не стреляет! А я жму, оно не стреляет! Так вот я думаю, что происходит, понять не могу. У кого-то стреляет, у кого-то не стреляет. Блин, ну его нахер, короче, все, я увольняюсь. Оно не ездит, оно неадекватное. Что ж, ребята, вот такая была сегодня прикольная серия. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ссылочки все, как всегда, в описании под видео. Спрячь свою жопу уже от меня. О, ты облегчил мой багги! Я поехал! Навстречу закату. А, нет, а как ты взорвался вообще? Ты по ракетам своим же поехал, я понял. Я умный, да, я молодец. Да. Все, я навстречу закату. Всем бобра, короче. И тебе бобер ракеты. А что ты выжил? Не ракеты отломал! И колеса мои теперь уехали навстречу закату. Наливай.